Всем привет! Привет! Вы на канале «Сестрицы в теле». Я Света. А меня зовут Кристина. И мы хотим вам представить новинки новогодних образов. Будет куча всего интересного. Смотрите, а потом еще будет ролик на другом канале «Сестрицы в деле. Модная женская одежда» с распродажей. И туда переходите тоже. Приятного просмотра! Ну и новогоднюю коллекцию открывают очень красивые туники в золотом цвете со стразами из рисунка. И стоимость их всего лишь 1800 рублей. Очень хорошие фирмы. Также у нас в продаже имеется юбка. Спереди комбинированная под кожу. Сзади идет разрез. Она и трикотаж. Полностью она пояснена на резинке. Поэтому немножко регулируется размер, если вдруг сантиметр туда, сантиметр сюда. И юбки идут с 48 размера по 58. Кофта это на мне с 56 по 60. Дорогие девочки, мы забыли другой комплект юбки. У нас есть в продаже точно такая же юбка, точно такой же фирмы. Только у нас кожаные вставки не спереди, а по бокам две полоски. Они будут вот так, две по бокам полосочки. Стоимость точно такая же, 1500 рублей. Спереди, сзади тоже трикотаж, только вставки немного по-другому будут выглядеть. И в продаже кофта со стразами и с рюлексом в темно-синем цвете. Размеры я напишу на экране. Цвет темно-синий. Цвет темно-синий, стоимость 1800 рублей. Следующий образ. Это очень красивая туника. У нее рукавчик, летучая мышь. Она подходит на любой полноты ручки. Смотрите, у меня 58-60 размер. Еще есть запас, если большая грудь. Очень сзади красивый рисунок. Нашивочка гипюр. Также стоимость 1800 рублей. Видите, размер до 60 размера с 54. 1800. И про эти юбки я хотела сказать, что они очень хорошо подходят в комплект. Юбки есть всех размеров 48-го. До 58-го, но 60, смотрите, они прекрасно налазят на 60 размер, и пока они есть все в наличии. Мы взяли прямо, их очень много. Дорогие друзья, мы сняли уже дома юбку, которую мы забыли с собой взять вместе. Вот, классическая черная юбка с очень красивыми вставками по бокам. Она такой же длины, как и те юбочки. Тоже сзади трикотажик, спереди тоже. На резинке на поясе. И сзади разрез. Размеры, как и на той юбке, 48-58. Такая же модель в золотом цвете. Посмотрите, какой новогодний антураж. Смотрите, красивая нашивка. Да, с такой кофтой даже и бижутерии не понадобится. А насчет юбочек я хотела еще показать, вот какой у них верх. Вот резиночка. Это 48 размер. Вот резиночка. Она хорошая, плотная, не врезается, не давит живот. Вот 48 размер. И садится по фигуре отлично. Садится по фигуре. Не вульгарно. Смотрите, она по колено. Одели потом с каблучком, с любыми колготками. И очень она будет красиво смотреться. Смотрите, для любого корпоратива, для праздника новогоднего, такой красивый комплект получается. Следующая модель кофты. Тоже летучая мышь. Рукав 3/4. Посмотрите сзади. Со стразами и с рюлексом. Девочки, все так же эта модель стройнит любого человека. Размер я напишу на экране. Стоимость 1800 рублей. Следующая модель кофты
новогодний и не только. Ее можно также одеть на корпоратив и потом носить хоть в офис, хоть куда, когда закончатся праздники. Смотрите, состав 70% хлопок, 20% шерсть и вискоза 10%. Очень состав хороший, приятный к телу, мягкий. Девочки, то, что этот Рюлекс, он вообще не кусачий, не чешется, не жесткий никакой. Стоимость 1800 этих кофточек. Сзади как она смотрится. Бесподобный голубой цвет с Рюлексом и со стразами. Приливается, блестит. Очень блестит и сияет. Состав тот же самый. Все здесь написано. Стоимость 1800 и кофточек. Размеры тоже написаны на экране. Девочки, цвет прямо странит. Хотя как бы он светленький, блестящий, должен выполнить. Но посмотрите, как этот образ странит. Одели кофточку, ее можно надевать также с брюками, с джинсами, хоть с чем. Кофточка 1800 рублей. Точно такая же модель в едином размере. Цвет серебристый с небольшим оттенком пудры. На видео кажется сильно пудровый, а так он больше даже серебристый. Такой серенький. Может быть маленький оттенок, когда как-то падает цвет, получается пудровый. Стоимость 1800. Мы уже говорили, что это единый размер. Вот так он смотрится на 48-м. Поэтому, девочки, 48-го до 60-го можно его надевать. Вы уже увидели, как выглядит этот размер на Светлане, как на мне. Но вы будете в любом случае очень красиво, нарядно выглядеть. Стоимость 1800. Точно такая же кофта, только в другом цвете, в серебристом. Серебро вместе со стразами, с рюлексом. Единый размер. На Светлане, у Светланы 48 размер, грудь 98, бедра 104-106. И вот так это смотрится размер. Бесподобно. Новогодний такой антураж. Девочки, делайте скриншотики на вашу модель, на ваш цвет, который вам понравился, чтобы мне было понятно, какой вам именно цвет понравился, чтобы нам было проще уже искать и договариваться. Ждем ваши скриншотики. Еще один цвет темно-синий с рюлексом и со стразами. Такой, смотрите, насыщенно глубокий синий. Очень красивый. Посмотрите, как он странит. Да, очень странит. Также, девочки, состав. Ну, мы вам уже перечисляли. 70% хлопок. Очень мягкий рюлекс. Он не будет ни кусаться, ничего. Рукав 3/4. Или это 7/8, да? 7/8. Стоимость 1800 рублей. Следующая модель. Очень шикарная. Новогодняя туника в золотом цвете. Удлиненная. Ее можно носить с брюками, с джинсами, с джеггинсами. Хоть с чем. Смотрите, очень красиво здесь вот на пуговке хлястик сделан, чтобы собирать рукавчик. Можно спустить и сделать вот длиннее рукав, если хотите. Ну, так очень, наоборот, стильненько. Кругом стразы рюлекс. Как мы уже говорили, он совершенно не кусачий. Летящий, чтобы не было видно гусеничек. Девочки, кто-то может быть их с юбками, конечно, с какими-то надевать, но мне они подходят больше с джинсами, к моей фигуре. Смотрите, у меня 58-60 по груди размер, но как она смотрится хорошо, нигде не подчеркивает мои жирочки, а наоборот красиво делает всю фигуру. Новогодняя сказка просто. Золотой такой цвет. Смотрите, девочки, в золотом цвете вообще ограниченные кофты. И удлиненные они стоили дороже, но так как Новый год, мы делаем тоже по цене 1800. Точно такая же модель туники, только в серебристо-черном цвете. Посмотрите, как все переливается. Вы будете на празднике, как звездочка блестеть. Стоимость
также туники 1800. Все размеры при каждой модели я пишу на экране, какие есть наличия. Товар у нас весь всегда есть в наличии, который мы рекламируем. Конечно же, девочки, если вы пишете уже через несколько дней, может уже этого не быть в продаже, не обижайтесь. 1800. Следующая модель туника. Спереди немножко напоминает кожу распыление, но ткань очень мягкая, совершенно это вблизи видно, что это не кожа, не, даже не под кожу. Здесь очень мягкий, хороший трикотажик. Сзади полностью трикотажик. Смотрите, после праздника можно ее прекрасно носить в любое время. Точно так же 1800 стоимость. И с юбочкой, и с лосинками, да, и с брюками. На мне сейчас надет 62 размер. Девочки, да, размеры я напишу, как всегда, на экране. И также хотела бы прорекламировать джеггинсы в сером цвете. Они у нас на постоянной основе, на небольшом флисике, на поясе, на резинке. Карманы здесь все настоящие. Очень удобная высокая посадка. Видите, я все время вот это показываю, потому что вы когда садитесь, ничего нигде не слазит сзади. Не оголяется поясница даже. Спереди тоже карманчики есть. Да, все девочки, которые берут, они все хорошие, пишут отзывы, нам присылают фотографии, они подходят на любую фигуру. Садится на любую, да, фигуру. На грушу, на яблочко, на любую фигуру садится. И всем она идет, всем она нравится, эта модель. Они потом еще на дочек заказывают, подружкам. Поэтому эта модель на резиночке, девочки. Есть в черном цвете еще, потом мы на Светлане сейчас покажем. Но в этот раз в сером очень мало привезли, почему-то их не было. Ну и в черном тоже ограничены. Так что, девочки, заказывайте 1500 рублей на флисике. Дорогие друзья! И снова у нас в продаже кофты с рюлексом и со стразами. Полный рукав, рисуночек. Смотрите, этот размер подходит до 56 размера. Тоже в едином размере эти кофты. И V-образный вырез. У Светланы в нашей модели 48 размер. Стоимость 1500 рублей. Эта же модель в синем цвете, девочки, на видео кажется, что какой-то прям темно-синий. На самом деле он светленький. С рюлексом, со стразами, с рисунком, длинный рукав, V-образный вырез. Стоимость 1500 рублей. Подходит до 56 размера. Ну, естественно, 48. Посмотрите на 48, как он выглядит бесподобно. А также в продаже вот джеггинсы черного цвета. Мы уже вам показали серые. В черном цвете настоящие карманы. Они полностью на резиночке. Тянутся они на любое бедрышко. На любые, да. На любые ляшечки. Узкие все бедра сядет хорошо. Крупные бедра тоже сядет. И чем хорошо, что они как на резиночке, что у них на любую икру они также садятся. Будет оно в обтяжку, а не как брюки, не как шароварчики. Очень они красиво, стильно смотрятся. Можно даже сапоги надевать сверху. Мы с кроссовками носим. Я их подворачиваю, потому что мне они, может быть, немножко великоваты. И стоимость их 1500 рублей. Размера 48 по 62. А также в продаже есть кофточки с рюлексом. Вот в таком цвете. Пудра. Такая звездочка красивая, легкая шинка. Смотрите, как она с юбочкой шинка красиво смотрится. Она будет бесподобна и после праздника смотреться. Каждый день. И заодно мы показываем, как на Светлане эта юбочка, про которую мы говорили. У Светланы рост 1,76 м, и даже у нее практически по колено юбка.
как она выглядит красиво, культурно и к тому же сразу же и очень новогодне. Стоимость юбки 1500, стоимость кофты 1500 рублей. Эта же модель более в коричневом цвете, шоколадный, с оттенком пудры. Очень она нарядно, красиво смотрится. Длинный рукав. Стоимость этой кофточки 1500 рублей. И ее размер до 54 размера. Это мы просто сейчас мерим на 48. А он подходит до 54. И предыдущая кофта тоже. 1500 рублей. Дорогие друзья, мы привезли новые теплые пальто зимние по цене 4000 рублей. Очень классно. Я вот этот размер себе решила оставить. Очень хороший замок. С двух сторон. Видите? Сейчас он тут собирается. Чуть-чуть на бок. Молния идет. Рукав регулируется манжетом. Подгибаем, если он великоват. Очень теплый капюшон. Стоимость 4000 рублей. 48 размера по 60. Самый маленький 48-50. Самый большой 58-60. На мне 56-58. Но я его себе уже оставила, девочки. 4000 рублей. Это же самая модель, только на 48 размере. Смотрите, как смотрится красиво молния, что она идет на бок. Хорошие глубокие карманы. В нашей модели 1,76 м рост. И посмотрите, все равно длина почти до колена закрывает. Очень теплое оно. Стоимость 4000 рублей. Это же самая модель в черном цвете. Дорогие друзья, мы только привезли. Наши подружки все расхватали размеры. Осталась одна куртка 48-50. Вернее, их было две, но Светлана себе черного цвета одну забирает, это ее размер, а вторая остается. Стоимость ее 4000 рублей этого пальто. Спешите взять последний размер. Девочки, снова новинка. Посмотрите, какой красивый рисунок. Светленькая, беленькая, освежает. И не сильно пачкается, потому что рукава в темном оттенке. Да. Тут также можно отрегулировать манжетик. Под низом манжет. Можно заниматься вне спортом. Так просто на каждый день. А также можно на каждый день спортивного стиля. Она. Смотрите, воротничок. Какой высокий. Это как осветляет личико красиво. Смотрите, как хорошо освежает. Стоимость 3500. Девочки, у нас осталось всего 3 размера. Мы сейчас напишем, какие они есть. Ну вот на мне в данный момент 54-56. Это же модель на Светлане. На ней сейчас надет 50-52 размер. Очень хороший там глубокий капюшон, который, кстати, отстегивается. Глубокие карманы, расцветочка, такие красивые, леса, что это там еще, природа. Стоимость 3500 рублей. Вот и мы дошли до наших любимых шапочек Бини. Девочки, в этот раз их совсем мало. Почему-то не было ни цветов особо много, вот всего лишь 3 цвета. Да, пудра, светло-серый. Только другого фасона, более там крупная вязкость, тут более она меньше. Но она такая же большая, также подходит на любую форму лица. И пудровый цвет светлый. Вот, и девочки, там осталось 5 шапочек большой вязки. Спортивные шапки. Те пудра, вязка большая по 600, спортивные по 400. Все точно так же, та же самая цена, девочки. Делайте скриншотики, говорите, какая вам шапочка понравилась, и мы вам ее вышлем. Да. А пудра. Все шапочки теплые, производство Россия.
Ну, конечно, крупновязки, они более теплые, они на флисе. А это просто такие вот стильные спортивные шапки спортивного стиля. И все, девочки, пишите по этому номеру телефона и WhatsApp, делайте свои заказики. Пока-пока. Девочки, пишите, пожалуйста, все свои заказики по этому номеру телефона в WhatsApp. В крайнем случае в Telegram-канал. Я везде отвечаю. Можете писать ночью, не стесняться. Только, пожалуйста, не звоните. Потому что, ну, вы понимаете, человек ночью спит, а утром мы все прочитаем и ответим на любые вопросы, измерим, там все-все-все, да, рукавчики, все все, да, цвета, рукавчики, все-все, оттенки. Как производится заказ? Мы с вами договариваемся полностью о модели, потом считаем, сколько пересылка до вашего города будет, до вашего почтового отделения, и считаем общую сумму, и эту сумму вы переводите по этому номеру телефона. Карта Сбербанк. А дальше мы вам посылаем сразу на следующий день посылку. Ну, мы всегда говорим на следующий день, но, девочки, сейчас перед Новым годом началась такая суета, там такие очереди. Может, в течение 2 дней, но это максимум. В течение 2 дней мы посылаем посылочку, и вы просто уже потом на почте ее забираете. Мы ждем ваших заказов.